Сейчас снимем обзор телеги. Здорово, мужики! Привет! Куда сено везете? Домой! Кому? Себе! Как затягиваешь? Палки вон, видишь, лежат. Это... А, у тебя так же, как что я привез эту телегу. Ты опускаешь ее на эту, палки ставишь. Ложу, вот они упираются и все. Так а ты один затягиваешь? Почему? Нет, этот большой, куда я его одел? Просил, человек приезжал. На двух тракторах? Двумя, да. Слушай, мне написали, ты не читал? Читал. Что там, мол, якобы ось смести туда вниз. Не, не надо. И так раз, и будешь так затягивать. Мы ямки копаем. Ямки выкопаем вот такой глубины, значит, он прям легонечко. Ну, чтоб она не катилась. Чтоб не катилась. Все, потом закопал их, и все. Ну, это понятно, понятно. Все ясно. Ну, вот. Сейчас еще там на Туркином два. И вот две копны еще вот тут стоят. Ну-ну-ну-ну. Так а там трактор там стоит? Не, он уехал. Он попросили, мы оттуда, от Барнашова, все вывезли покос. Ну-ну-ну. Сейчас вот тут осталось, рядом со слоем. Понятно. Ну, просто он... Ты помог натянуть. Помог, ну-ну-ну. И все. Все ясно. Я не возил еще картошку. А у тебя вот... она была сделана под лебедку. Там видишь, какой прицеп? Ну, да-да-да. Да, вот туда лебедка ставилась, и сзади... Она как бы там пальцы стоят, зад опускался. Ну-ну-ну. Понятно. Вот. Не знаю. Там, да, я тоже на ухо надо ехать. Так он... еще рулоны у меня там у Мамедова. А Ваську вывез? Ваське еще буду вывозить. Ты тоже будешь его возить? Ну, я по 14 беру на эту телегу, гружу. Так тут можно и больше. Рессор нету, шпильки летят. Она где на ямах, как даст эти, там уже газовские колеса. Шпильки не выдерживают. Понятно. Была бы на рессорах, но на рессорах бы ее качало. Ну да, ее на рессорах качало, да. Ну? А где косить? Тут отказали вот в этом году. Там трава маленькая, я думал, сами будут косить. А они сами ни хера не косили и... Вот и пришлось сам. Команды пройдут. Понятно. Ну а ты колымишь? Да ну, кому колымить? Тут сильно и колымить-то некому. Сейчас короткий. Поехали сплавляться. К вам в Окунево крутые поставки. Не говори. Плюнуть некуда, все крутые. Ну ладно, давай поедем. Давай поедем. Вот палки еще. Заебись, что я эту хуйню придумал. Заебись. Не, ну слушай, то ли по колу возить, вот, то ли в мороз заводишь его, греть надо это все. Ну вас еще, блин, ну ты тут далеко косишь, а кто тут с краю такой, хуйня тут хули. Ну все равно гаражи теплые надо, теплый гараж нахуй. Ну. Ой. Так у тебя что, со стартера? Конечно. Ты собран. А что это, где это, как ее звать? Да тут... Облицовка-то? Не было. Хули не делай. Ну зачем? Ладно. Вот. Поехали, мужики. Кажется, немного на бок посадили его. Ну, везут нормально. Чё? Ой, ребята, вот такие бывают. Эти. Так, одеваем ремень.